Итак, всем привет, друзья, сегодня снова Миша. И мы продолжаем строить. И на этот раз уже ничего не будем говорить, как в прошлый. Я вам скажу только одно. Сегодня мы будем строить только потолок. Потолок, возможно, и второй этаж. Мне интересно, как мы построим здесь. Вообще что-либо другое, кроме как дома. Так сделаем, чтобы друг, как в сказке, не выпрыгнули. Прикол. Ладно. Так, друзья, естественно, будем делать вот так. Вообще капец. Так, друзья, что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем делать только строить, получается. А, что мы будем строить? Так. Ну, вот такую вот стенку. Чтобы если зомби пробираются так. Ой, зомби. Если животные так пробираются, то очень легко их остановить так. О, чики-пуки. Ой-ой-ой-ой-ой. Убежал я домой. Зато теперь вот так можно экономию делать. А там уже появились. Ну все, это проигрыш. Фин. Изыди. Лол. Неужто мы добьем его? Есть. Так, друзья, мы получили шерсть. Ага, мне так кажется. Вот куда нам, в принципе, этот камень не приходился. Построить закрытое помещение. Уменьшим, можно сказать, спаун зомби. Что-то много в зомби режим Black Ops Cold War переиграл. Теперь зомби одни. Уменьшим спаун животных здесь. Это же вот так сделаю, чтобы потом, ну. Ага, я здесь это делал. Здесь же в два раза меньше. Ага, не зря. Понял. Лады.
Так, вот, в принципе, мы сегодня это и построили. Хе-хе. Надеюсь. Хе-хе-ру, блин. Ай, не могу. Надеюсь, вам понравилось. Я не совсем буду считать это. Я поставлю, помечу это как серию, но не буду считать это как серию, потому что, ну, серьезно, что мы сегодня сделали? Нифига. Ладно, спасибо всем, кто посмотрели. Надеюсь, вам понравилась предыдущая серия. И эта серия, то есть эта серия, можно сказать, продолжение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Увидимся в следующей серии. А следующую серию можно посмотреть где? Правильно, вот где-то сверху, где справа сверху или слева снизу. А если вы хотите посмотреть все серии, то справа снизу вроде бы плейлист. В него заходите и смотрите абсолютно все серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот подписывайтесь, это обязательно. Обязательно. Всем удачи, всем пока.